Дэйв, я знаю, что график работы в фильме был очень напряженный, и пришлось много путешествовать и этот график выполнять. Ну а профессиональный вопрос. В какой из стран вам больше всего понравилось находиться, снимаясь и представляя этот фильм? Я скажу, не потому, что я обязан так говорить, а потому что действительно это так на самом деле сегодня был самый теплый прием к нам на каждом месте.